В этом видео водный аттракцион под названием Коуп. Мы накачали наш аттракцион, и теперь его можно рассмотреть более подробно. Как вы видите, это одноместный сидячий аттракцион, у которого есть спинка. Аттракцион состоит из двух основных частей – надувного вкладыша и чехла. Для крепления аттракциона к буксировщику есть вот такая вот проушина, которая усилена строчками, расположенными на ней, также к самому чехлу. Она пришита несколькими строчками. Давайте рассмотрим ручки. Они очень мягкие и удобные. Дополнительные усилены строчками. Также есть неопреновая вставка для того, чтобы костяшки ваших пальцев не натирались. Аттракцион имеет три клапана. Первый клапан надувается основная часть. Второй клапан – это спинка, и третий клапан – надувается дно. Дно аттракциона ровное, без швов, для лучшего скольжения. Есть сливной клапан для слива воды из чехла. Я нахожусь в аттракционе и хочу вам сказать, что в нем очень удобно. Ручки мягкие и за них удобно держаться. Большой плюс – это высокая спинка, на которую с легкостью можно облокотиться. Для крепления аттракциона к буксировщику используйте специальный фал. В нашем интернет-магазине есть вот такой вот фал с поплывочком неопреновым, для того, чтобы он не тонул и его всегда было видно. Яркий, удобный, красивый. Данный аттракцион порадует не только детей, но и взрослых.